Все, Слава. выходим за линию. Ты в святую войд дамажишь. Окей. А я хилю. Заходите за линию, Рыгар, заходи. Что там сначала Сириус его убил? Бой Кагаков. Психопанс, начинай. Ты видел, что на X5 качаться, там хоть убить его можно. О, X5. Как хуже только Сириус. Реально, это правда. Чарам, тотемы ставим. Беги, малыш, вот метка. Беги. Бежали метеор. Не стойте близко под Халеоном, стойте в квадрате. Лужа в рейде отошли. Мастер сдал. Мастерал. Эдгар, метка. Спелю. Стали в квадрате. Блять, ну что это за хуйня? Сука, пиздец, ёбана в рот, греть его дух. Это нормальный. Нахуя вы бьете трэш, блять, где-то в пизде какой-то? И почему трэш не подводится под босса? Вы что, угораете какие-то? Пьяные какие-то, что ли? Что-то... Кто это дисплеил с Вара, блядь? Да я дисплеил. Так а нахуя это делает? Да ты знаешь, увидел, где отбежал, а там что-то не отбежал. Да я просто смотрю на это, там пару типов бьют трэш сзади, Вар в них... Выходит и думает, такой, ну интересно, диспелят или нет. И хуя! Хуя! Сразу. Сразу дыхание. Ребята, да и. Да не, это четвертый трай. Не знаешь, просто все трай такие охуенные были. Сейчас это такая параша. На первом трай могли убить босса, но Вар принимает БГ, и мы бьем с пула в 20. Так не, я сижу так, играю без звука, а ты слышишь, короче, когда кидаю молитву, вот это вот звуки. Ту-дум! Короче, это вот я. Блять, короче, можно сходить со звуком играть. Блин, надо купить рейги. А я это... На предпоследнем трае демон вообще портанулся от рейда, чтобы не сдиспелили его. Побежал диспели, танк упал, как классно. Мне понравилось. Надо убить, потом трай. Баф потирает. Я уже кулаки почти пробафал. Я и Синдру убил. 4 часа в целка 10 убивает нас. Хуя на тебе. Хуяся. Чисто Синдру 4 часа. Не, на Синдре час где-то с полтора. Неплохо. Чек. Вот, раздай там кулаки, по ходу дела, заходим за линию. Психопанс, начинай. Их там, наверное, на Сириусе 25 обычку, там пару гильдий убивает, наверное, два состава. Психопанс пошел. Психопанс, ты здесь? Петляй босса. Да. Там герой вообще убивает вот состава? Да. У вас 5 человек с сервера? Человек 50, может иди 2. И там 5 онлайн, да? Нас. Блять, не то что, ППФ? Бежали. О, войс, привет. Бей баба на костюм. Жми. Ты кто, нашел еще? Да. Пиздец, не прошло и полгода. Играть в точек Наполеона, поклонский метка, диспеля. Мисс Дэнс, прожми бабл, зайди в выданный квадрат. Выноси нормально метки в сторону хвоста, не в сторону морды, поэтому ты сейчас стоишь там. Давайте поставим ставки. Какие еще опять метку здесь?
Да блядь, мисс Дэнс там просто стоит, нихуя не делает. Заебись. Играйте точечно в босса, потому что не переведу. Машулечка, никуда не отходи, сейчас поменяем людей. Дарксайд метка. Альпич, не забудь, что ты диспелишь. Точечно в Калиона играйте. Подождите со своей грозой. Все, добивайте трэш. Психопан, сразу заходи. Зашел сразу. Рейд зашли. Метку выносим в сторону квадрата. Сейчас видите, это правее выносится метка. Видите, где квадрат стоит? Вот сюда. Чтоб на следующую метку было пространство. Смотрим сейчас, как выносит. Бля, почему на войду кинулась? Так, Дарксайд, Иннер по фуле. Смотрим лезвие. Стрэш. Подожди. Вот метка. Заходим во тьму. Зашли во тьму. Все иннеры фули отдать. Филипец, давай гимноману. Смотрим, сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Фула, выноси. Держу танка. Нормально. Крауд метка. Сейчас главное хорошо, кстати, дается. Нормально все. Хотят убить? Ни одного дебафа не видел. Да что вы для РФ полезное? Сейчас лезвие будет, потом метка, потом выходим в свет. Крауд метка, выходим в свет. А вот сейчас здания не было, пришлось менять. Так, стали в квадрат чарам, давай рост тотема поставь. Ух, давайте помолимся семерым богам Ирглору, чтобы убить босса. Успокоенный кинешь СС на ретри. Бежали метеор. Вот, бей с этим правосудием света, если ты с Новосибирска. Смотрим, лужи во тьме дали рост, лужи в рейде отошли, даю сакру, крауд метка. На пула нету, плохо. Хилю через не могу. Бьем взрывом света присты. Не забываем Альпич диспелить. Стали квадратик. Стили выноси метку. Альпич не забудь. Бойко выноси метку. Бойко лидер оппозиционного блока. Побежали метеор. Далеко бежим. Главное от луж не умереть, остальное не важно. Калена свету пока не бьем, ждем лужи. Лужа в рейде. Катастрофа. Числаве, выноси метку. Ренька, выноси метку. Фантастика. Все живы. Играем оба мира. Скоро будет 60 в свету. Нужно будет каплю на БДК отдать. Клоты, выноси метку. Сама себя сдиспелишь. Стали в квадратик, скоро будем выносить, отбегать от метеора. И время для капли настало. Я же думал, настало время диспелить. 60% в свету, 60% в свету. Караул, караул. Сили выноси метку. Прожимаю бабл. Отдавай сакру. Рейд проседает. Альпич гимна отхил. О нет. Пилин 50% хп. Здесь мама процент. Вчера выноси метку. Вчера не сможет себя диспелить. Альпич диспель. Фула выноси метку. БДК во тьме прожимайся. Каплю на БДК во тьме. Калион свету с мухой. Перебежали метеорит. Далеко бежим. Нет. 8 миллионов еще. 2 минуты до берсы. Что же будет дальше? Бьем дальше Халиона. Числа и выноси метку. Прожмись. Антимагия, незыблемость. Молодец, выноси метку. Маны нету. Играем большого дилемма. Паладины, дайте возложение рут по фуле. Войт, Холи, каплю на...
подлезет с дрива. Подымешь Бойкова. Где он лежит? Слева, справа. Крауд, выноси метку. Бойков, вставай, скажите, когда зайти во тьму. Заходи во тьму, слева портал от хвоста. Заходи во тьму, быстрей. Побежал во тьму. Перебежали. Последние 4 миллиона. Стоп в свету по Халиону. Ждем. Уже не заходите, Мич. Я мискликнул. Метри, выноси метку. Филипец, гимн отхил. Критическая ситуация. Молодец, каплю на БДК. Мисс Дэнс, через 12 секунд каплю на БДК. О нет, что же будет? Что же будет? Что же будет? Еще 2 миллиона. Убьем мы или нет? Это, от этого зависит, будет ли жить сервер или нет. Филипец, выноси метку. Сам себя диспель. О нет, моя рука дрогнула. Я раньше диспелил метку. Все, добиваем. Стоим в одной точке. Ёбаный в рот. И пизда нет. Лут охуенный. Ух, сервер будет жить. Чего до через. Сука, нахуй рот ебал. Так, ролим Бэтфорты на танк. А что, еще будет какая? Да. А на дис можно? На офф рольте, но если Бойков пойдет в гильдию к нам, то да. А так нет, не вижу смысла собирать что-то. На офф рольте, мисс Дэнса надо переролить, чтобы ботинок ушел в гильдию. Да! Да! Слава Богу! Ух, хорошо, что ушла в гильдию. На мейн, на милика. Фула, 70... Фантастика! 74. ГЦ тебе, фула. На НХ, да? Ну да. А, тщеславие же выше. А, тщеславие даем, о нет. Ну, ёбано. На мейн, подвеска полутени. Олег. Ну, никому, ну ладно, себе заберу, вставлю интеллект. Говорят, на НХ топ. Так, это вы оба на мейн? Чешо. Ну, Войт, скажи, что Сириус плохой сервер. Сириус говно. Отлично. Олег, ГП сними тогда с меня, число вечерку отдам. Хотел поварнуть кошку. Ладно, если серьезно, психопан, ты на мейн? Олег! Пошли. Ты на мейн ролишь, коли я? Я на мейн, я на ДК ролю. Ну пускай забирает. Я и так нормально играю. Без этого коли я. Сейчас я отниму ЕП, подожди. От ГП. Что, я дома кинул? У меня чешки, я чешу. У меня нет чешки. Просто бы чешки. Чё, пойдём в ЦЛК или нет? А ты кто? А ты кто? Ты первый раз. Вторую РС-ку, давай вторую РС-ку. А не вторую РС-ку, давай ЦЛК для шпизикера. Это Мишулечка говорит? Да. Давай ты порелишь. Ладно, ребят, давайте всем удачи. Я же первую не убил. Ты два раза отнял у него 703. Да все нормально, почему? Ладно, короче, давай всем пока. Подожди, я два раза отнял? Да, два раза отнял. Куда ты уходишь? Да не, я два раза не отнимал. Отнимал, отнимал. В смысле? Посмотри по одному. Ну, по логам смотри. Нет, нормально. Смотри, у меня было 2400 где-то, сейчас 1700. Все вон, гильчат пролистай просто, и ты увидишь, они с разницей там в минуту максимум. Ты два раза отнял. Ну, это баг. Я просто смотрел, у фулы было 3100. С чем-то там, или сколько, 3000 где-то. Вы что, гоните? Может, обычку сходим? Раз, коль так пошло. Ладно, с этим разберемся. Надо будет просто лог посмотреть. Давай второй раз. Лога не будет, ты отмену нажимал. А что, вы 4000 скидывали? Когда отмена делаешь, тогда она тут нет.
А что, ты 4000 стал давать за РС? Да нет, это тебе кажется. Короче, смотрите, я когда отнимал ГП, я там видел, что у него было 3К. И 700 отнялось. Скрин ездит 3К? Скрин ездит, 2 раза отнялось. Я ездил, гильдшат могу показать. Видео. Вот я сейчас прокручиваю наверх. И вот, нет уже ничего, низкий заскрин. Бесполезно, Олег. Там, короче, выше, чем вот начисление и ГП за чешку тщеславия, там фула минус. И выше еще там такие ГЦ, ГЦ, я согласен, ура, бис, дайте мне ГП, и еще выше. И, кстати, минус. За разные шмотки вышел. Да, там за чешую вычитал, а там за колье, 803 ГП. Но там написано отменить на той, а вот где багровое колье, там без отменить, там просто вычитание ГП. Вот, что быть. Надо? 703 опять накинуть? Короче, скинь. А, нет, все нормально, да. Написано отменить, да. ГП для фулы. Все, да. Видишь? А потом в итоге отнял, да. Видишь, да, что правильно. Включили меня, тут скрины какие-то еще кидали. Ладно, Мой, ты сможешь пайрелить последняя целка на серию? И сходить в целка 25 гер. Есть время? Не знаю, что, варенька, все, офнулся. Так плюс, кому понравился, кому не понравилось мое рельство, ставьте лайк. Ссылка 25 гер, плюсует только Машулечка. Дожили, блин. Мне просто сейчас ночью, я 4 часа в ссылка 10 провел, кричал на людей, ругался матом. Разговаривал с людьми. Рейд, Дэйв, ты еще здесь? Я вот это прочитал, что ты писал, но походу я забыл накинуть ЕП тебе, да? Ты здесь? Сейчас я тебе... А куда пойдем? Да, пойдем в ЦЛК, попробуем убить леди. А вы это, у льду не ходите уже, да? Да мы сходим. Не, я без приколов спрашиваю просто. Да, если ты не заметил, мы уже месяц сходим в одно ЦЛК только. Одно ЦЛК, и РС это, наверное, тоже пару недель не было на вот это вот... Первое РС. А сколько недель не убивали раз? 4. В теме про рейды там все написано. Я каждую неделю отмечаю, кто что собирает. Ну, одно целка, одно РС нормально. Для умирающего сервера. А у меня нету на циркуле теперь Лока и Роги. Там с гильдии не должны быть исчезнуть. Вот, а ты где играешь? На Сирусе. Он же говно. Сережа говно. Да нет. Нет? Между тремя серверами, то здесь самое, ну, более-менее адекватное общество из трех серверов. Да блин, вообще неохота качаться, неохота одеваться. Просто хочется зайти, допустим, в игру, там, сходить в рейд в какой-нибудь и пойти по своим делам, все. Ну, там, чтобы достигнуть мне уровня на L3, мне надо ебашить где-то года два на другом сервере в течение 5-6 часов в день. Ну, это точно. На 5-6 вряд. У меня тут 9 фуловых персов во всех спеках, на каждом персе по 5000 чиф. Давай, Бойко, плюсуй в рейд, ты пишешь, что игнор.